Будемо нашу розмову розпочинати із новини от про те, що дрони СБУ разом із силами оборони уразили не три, а чотири воєнні аеродроми на території Російської Федерації, зокрема Балтимор та Борисоглебську, Воронежі, Харків-Курську та Саваслейка, Нижній Новгород. Роман Григорович, чи вірно розуміє, що саме там базувалися носії кабів, а також носії кинджалів, і чи може все це означати, що атак по Україні тепер буде менше? Ну, Балтимор, Воронежский, Курский аэродром, там действительно Су-34 стоят. И там довольно-таки серьезные склады и КАБов, и ГСМ. Это два аэродрома, до которых мы можем достать, если бы у нас было разрешение доставать атакамсами, мы бы до этих аэродромов достали бы атакамсами. Нанесли бы намного больше поражений, чем беспилотниками. Несоотносибельные такие действия беспилотникам и атакамсам. Атакамс накрывает воздушный подрыв, накрывает площадь примерно в футбольное поле с боеприпасами и отминусовывает аэродромно-техническое оборудование, самолеты, вертолеты, технику, личный состав, ГСМ, КДП, ну и так далее и тому подобное. То есть много чего может накрыть атакамс, когда даже одна ракета взрывается, она бьет по полю. А беспилотник, ну, все-таки это заряд, ну, 20 килограмм, ну, 30 килограмм. Это тоже, я сейчас о больших беспилотниках говорю. У нас некоторые беспилотники дальние статические, они могут и 100-килограммовую авиабомбу нести, но это не 225 килограмм атакамса, то есть несравнимые вещи. Потому если бы были атакамсы, было бы разрешение, конечно, мы бы эти два аэродрома уже давным-давно бы отминусовали. Уменьшится количество самолета вылетов. Не прекратим мы, если даже начнем аэродромы вот 300 километров, 400, 500 километров доставать, мы не прекратим. Дело в том, что у Су-34 боевой радиус больше 1000 километров. То есть они могут сидеть даже на Энгельсе или туда, на восток, дальше и выполнять боевую задачу. Единственное, что уменьшится количество самолета вылетов. Здесь надо тоже четко понимать. То есть это не то, что взяли, уничтожили Балтимор и Курский аэродромы, прекратились полеты. Нет, не прекратятся. Уменьшатся за счет увеличения подлетного времени. Вот и все. То есть и количество самолетовылетов, сделанное в летную смену. У летчика есть определенные ограниченные цифры по налету в сутки. Да и у самолета. Самолет может две смены летать, не больше, в течение летного дня. А удар, вот, допустим, по Борисоглебскому аэродрому, это удар уже по Су-25. Там это Борисоглебский, это Воронежское высшее военно-авиационное училище летчиков. Там такая авиабаза, на которой расположены Л-39, основные Л-39, Альбатрос. И сам был начальником огневой тактической подготовки авиабазы, такой же в Конотопе у нас была такая авиабаза, один в один примерно. Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков в свое время. То есть это примерно Бэбское и Черниговское, примерно одинаковое училище. И вот на этой авиабазе учебно-тренировочной, там расположен еще Су-25. То есть оттуда россияне, используя Су-25, выходят в основном по Луганску, по Херсону, извините, по Харькову, по Луганску, то есть на Восточный фронт. И удары, естественно, по этому аэродрому, по Бэбскому, по Борисоглебскому. Это тоже из задачи отодвинуть линию эту, или уменьшить, по крайней мере, количество самолетов вылетов, отодвинуть линию взлета российских самолетов. Ну а удар по Саваслейке, это МиГ-31К. То есть это аэродром, основной аэродром, там центр переподготовки летного состава, там в том числе базируется МиГ-31К, естественно, СИС, специальная инженерная служба для подготовки ракет, кинжалы в основном МиГ-31 используют. Вот сейчас на данный момент есть информация о том, что там серьезные пожары. То есть нанесли поражение довольно-таки серьезное. В течение суток, как только дым там развеется, я думаю, считают средства объективного контроля и расшифруют спутниковые снимки. Я думаю, завтра мы будем проговаривать, что там мы пожгли на этом аэродроме. Вернее, что пожгли службы безопасности, Главное управление разведки, силы спецоперации работали. Ну, в общем, вооруженные силы Украины отработали, или силы обороны Украины. Сейчас совместные операции идут по всем такого рода направлениям. Потому можно говорить, что силы обороны Украины выполнили боевую задачу. И что характерно, помните, мы тоже с вами, наверное, с полгода говорим в последнее время, надо доводить количество летательных аппаратов, которые выполняют боевую задачу, за сотню.
У россиян тоже коэффициент пресечения системы ПВО где-то 50-60. То есть они из сотни целей, 50-60 целей могут сбить, потратив ракеты, это тоже одна из задач. Но часть, по крайней мере, там треть, чуть больше трети летательных аппаратов проходит и выполняет боевую задачу. Вот как раз сегодня, сегодняшней ночью были использованы больше сотни беспилотных летательных аппаратов. Романе Григоровичу, повідомляється також про цю атаку, що це була наймасштабніша атака на російський аеродром. Ви говорите про те, що потрібно якби масштабувати всі ці дії. А чому ми цього, ну якби, чи можна так в принципі говорити, чому ми не масштабуємо тоді? Ну, дело в том, что беспилотник даже типа «Бобра» или там «Лютого», да, его ж нельзя пойти в магазин и купить. Если можно было в военторге их накупить, там, тысячи штук, то тогда бы они каждый день полетали. Это все-таки производство, это не FPV-дрон. FPV-дронов можно наштамповать в сутки тысячами. Ждем, кстати, обещанный миллион дронов, это около 3-5 тысяч штук в сутки. Нам же обещали миллион дронов, вот разделите миллион на 365 дней, примерно получите цифру до 3000 в сутки. То есть, а это дроны, это уже, это дроны оперативные, то есть уровень оперативных дронов их так не налепишь так быстро. И даже 100 штук в сутки это надо производить и собирать несколько дней. То есть, или, допустим, производить, собирать несколько дней, вернее, даже может неделя, а потом несколькими волнами их отправлять по сотни штук в сутки, ну вот примерно так. Производство надо. Производство, а что такое производство? Это финансирование, это определенная база, это система управления, не все так просто, все-таки каждый дрон, он просчитывается маршрут, там целый механизм маршрутизации, обратной связи, контроля, управления, то есть это довольно-таки непростая вещь. Еще раз, это две разные ра. И то называется дронами, то есть FPV-дрон тактический фронтовой, там на дальность 7-8 километров, и оперативный до 300 километров. Это две разные разницы. Если взять еще стратегический дрон, то есть уровня, допустим, там под 2000 километров, вот как ходили на тот же Татарстан, вы же видели, это самолет. То есть это уже полноценный самолет, который переделан в беспилотник с управлением без летчика, по крайней мере в кабине, с подвесом там 100-килограммовой авиабомбы, ФАБ-100. Это уже стратегия, вот таких еще меньше будем производить. Но я просто о чем говорю, хотелось бы, конечно, больше, просто надо понимать объективные трудности по производству. Маємо ми успіхи і на території Курської області. В Генеральному штабі говорять про те, що сили оборони України знищили ворожий Су-34. Також повідомляється про просування наших захисників від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Зокрема, про це заявив Володимир Зеленський за підсумками доповіді Олександра Сирського. А сам головком каже, що у суд вже завершили пошук та знищення противника. З вашої точки зору, чому Путін не поспішає захищати Курську область? Ну, дело в том, что у него таких курских областей и миллион, наверное. Ви ж представьте, що таке контролируемая сейчас территория, ну пусть 1000 квадратных километров, а у россиян там, по-моему, чуть ли не до 20 миллионов квадратных километров та России, там 10 тысяч километров по ширине. То есть довольно-таки большая территория, и для россиян, по большому счету, там 50 на 20, что такое 1000 квадратных километров, ну 50 ширина, 20 глубина, ну все. То есть они его даже не замечают, их там иногда на карте не видно. Просто тоже понимать, почему, допустим, россияне сейчас не обращают, исходя из логики действий, они сейчас практически не обращают внимания на это наше вклинение. Почему? Потому что, ну, во-первых, не такое глубокое оно, как бы нам хотелось, это раз. Во-вторых, они не видят стратегической задачи, которая бы могла быть им опасна. Они понимают прекрасно, что на Москву мы не пойдем, хотя туда сходить, туда-обратно, мы уже второй год об этом говорим, за пивком попить в Москву можно, но только делать там нечего. Ленина похоронить, это я уже на всех эфирах это говорю. Все, вот что можно сделать в Москве? Заехать похоронить Владимира Ильича или еще одного Владимира, если там где-то будет, где-то рядом будет болтаться. Да? То есть двух Владимиров захоронить. И все, там делать нечего. Естественно, туда никто двигаться не будет, и россияне это направление абсолютно никак не охраняют.
они понимают, что это стратегическая задача. Даже Наполеон, когда там в Москву зашел, ну, сжег он Москву. И что пришло? Пришлось обратно уходить. Почему? Потому что делать нечего. А России еще до Сахалина 10 тысяч километров. Потому они не сильно переживают за некоторый такой контроль. Понимая, что на Москву мы не пойдем. Максимум, куда мы можем там на том участке фронта, ну, подойдем, допустим, к Курской атомной станции. Или можем даже не подходить, а дальними средствами ее остановить. Не саму станцию, а распределение. Это тоже одна из задач наших. Зеркальные действия, как вот россияне. Россияне Градирну сожгли, Запорожской атомной, сожгли конкретно. МАГАТЭ даже не понимает, что там произошло. Уже говорят, что Градирню надо будет заменять. Вот та же самая картина — сжечь Градирню Курской атомной станции. Ну, а чего нет? Кто нам что скажет? Тут зеркальный ответ, так сказать. И все. То есть развитие на этом участке, стратегического развития, в принципе, не может быть, и россияне это прекрасно просчитывают. Там есть оперативное развитие, расширение самого участка фронта, не вглубь, а вширь. То есть мы уже говорили, выравнивание линии границы, уменьшение ширины фронта до 1,5 километра за счет срезания изгибов границы. Вот это возможно. Один из вариантов — выход на Рыльск, и с там 90 километров границы 60 километров фронта будет получаться. Мы уменьшим ширину фронта, увеличим плотность войск на этом фронте и будем давить россиян в сторону севера, то есть на Москву, угрожать, по крайней мере, тому направлению, выводя их там из строя. Но создавать линию боевого соприкосновения там точно надо. Россияне это понимают, у них тоже, у них очень серьезные аналитические центры сидят. Они это все просчитывают, и потому на данный момент еще не сорвали серьезных резервов с Восточного фронта. Давить мы можем. Мы там, дело в том, что там есть несколько таких направлений, которые для россиян точно будут очень опасны, особенно южные, не так северное направление, не на Москву, а как раз на юг или на восток лучше, на юго-восток, в сторону Белгорода, выход в тыл Волчанской и Липцевской группировок, то есть на белгородском направлении, которое сейчас пытаются двигаться в сторону Харькова. Там же можно не в лоб эти группировки отминусовать, а зайти в тыл со стороны Белгорода. Посмотрите на карту, там довольно-таки есть хорошее направление. И вот если мы закрепимся до такой степени, что можем уже потом планировать и начать двигаться, а ДШБшки, наши десантно-штурмовые бригады, у них скорость очень большая, до 50-70 км в час. Они там за 3-4 часа зайдут до Волчанска, а опять же, крайне пуганных идиотов. Не просто так говорить. Там вообще ничего у них нет. Там нет ни фортификаций, ни сооружений, ни воинских частей. И по большому счету, если пойдет развитие ситуации в эту сторону, вот тогда только россияне начнут чухаться. И начнут тогда думать, останавливать им давление на Восточном фронте или нет. Тут, зокрема, говорити про те, що можна зайти у тил противника. Із Білогороду сьогодні спілкувалася із Юрієм Федоренком, із 92-ї, перепрошую, бригади, і він каже про те, що ворог зберігає там високу інтенсивність на Харківському напрямку, і навіть була цієї ночі спроба прориву, проте наші захисники зупинили їх. Роман Григорович, а чому? Ну, мається на увазі, вони наразі, важливість для окупантів цього напрямку, чому вони не прикидають звідси сили, і якщо ви говорите про те, що ми можемо зайти у тил противника, тобто таким чином, як ми його оточуємо, чи як це виглядає? Діло в тому, що сложно вступити в бой, но ще сложніше вийти з бою. І іноді движення вперед намного проще, ніж движення назад. Ну, це не просто так говорять. Лучша оборона – це нападіння. Да, то есть исходя из сил, средств противника, исходя из оперативных задач, иногда лучше принимать решение двигаться дальше, даже из последних сил, чем останавливаться. А выходя из боя, любое подразделение теряет 50% боевой мощности. Ну, вот любое. Уже после выхода из боя уже проблема. Потому они нигде и не останавливаются. То есть их остановить можно, только зайдя в тыл. И вот если будет принято такое решение, не движение в сторону Курска, там на Москву, там делать нечего однозначно. А вот из-под Суджи движение на восток, то есть в сторону Богодухова, юго-восток, это имеется в виду севернее, северо-восточнее Богодухова, допустим, от Суджи на юго-восток. То есть двигаться в сторону Белгородской области, заходить в тыл Волчанской группировки, отрезать, создавать
Реально это называется создание зоны безопасности, серой зоны, как угодно это можно назвать, только на территории противника. Вот сейчас для понимания просто покажу, картина маслом называется. Да? Создали линию обороны, допустим, в районе Волчанска, на нашей территории. Если создали линию обороны в районе Волчанска, отрылись, создали коммуникации, выложили карты минных полей, полосу обеспечения на нашей территории. И сидим, ждем противника. Это же надо делать на российской территории. Да, почему? Даже мины зарывать надо на российской территории. Их же потом доставать придется кому-то когда-то. Так вот лучше это будут россияне, пусть эти подснежники у себя выковыривают, чем мы и будем на нашей территории выковыривать. Это называется зона безопасности. Так ее лучше создавать на российской территории. Вот это все 600 километров границы, ее можно выровнять в линию фронта километров 400. И все фортификации, все остальное, то есть полоса безопасности для Украины, она должна быть создана на российской территории. То есть, грубо, угробить мы должны не свою территорию, а российскую. И тогда вот лет на 100 вот эта территория будет, эта полоса безопасности будет удерживать всю эту российскую орду лет 100 от поползновения в сторону Украины. Это ход правильный. То есть, если это будет, это может быть, кстати, одной из стратегических задач. Все будет зависеть от количества сил, средств. Причем не обязательно можно выходить, допустим, в тыл. Такие же операции можно провести, в принципе, вообще по любому направлению. Там же у них линия границы, это не линия боевого соприкосновения, там нет фортификаций. Они выделили десятки миллиардов рублей для фортификационных сооружений, бегали с фотками, мы как-то с вами иронично об этом уже разговаривали. Помните, зубы дракона? Три зуба вылили, фотографировали, умножили, там, мультиплицировали, а потом зубы дракона продали Лукашенко, а фотки себе пооставляли. Кроме фоток фортификации, у них больше ничего нет. А то есть отчитались этими, зачекинились, отчитались, а самих нет самих фортификаций. Потому можно заходить на российскую территорию вдоль всей линии границы Украина-российской, которая еще осталась. Опять, это все зависит от количества сил, средств у нас и от замысла главкома. Потому можно тут сказать, во все стороны, в принципе, двигаться и теоретически движение расписать. Но, еще раз повторюсь, все будет зависеть от принятия решения российским военно-политическим руководством. Если сейчас останавливают наступательные действия на востоке, полумиллионную армию разворачивают и бросают на северное направление, нам придется отходить назад и, по большому счету, заходить на свои территории, выполнять эти действия. Ворог планує евакуювати мешканців Курщини на тимчасово окуповані території Запорізької області. От як ви вважаєте, чому вони хочуть ухвалити таке рішення? В центрі протидії дезінформації говорять, що основна мета – вони хочуть приховати всю правду, що відбувається на території Курської області, приховати правду про те, як Збройні Сили України по-нормальному так відносяться до місцевого населення. От ви як вважаєте? Ну, однозначно, у них зараз виходить велика проблема. Там десятки тысяч курян, которых надо куда-то деть. Если их запустить в центр России, они ж начнут поднимать такой негатив, по крайней мере, по действиям российского руководства. То есть у Путина большая дилемма. Он бы сейчас их, если был бы Сталиным, поставил бы к стенке, всех бы расстрелял и решил бы вопрос. А вот чтобы этого не произошло, он их просто пытается перенаправить на оккупированную территорию Украины, спрятать от информационного потока и обезопасить Россию от этого негатива. То есть они пытаются эту проблему, она реально для них проблема. Это даже проблема не в военной плоскости, а для россиян курская операция наша проблема в информационной плоскости. Ломается полностью парадигма Путина, полностью поломана парадигма Путина об СВО, о частичной операции и так далее и тому подобное. Сейчас украинские войска контролируют российскую территорию, причем не маленькую, да, но с точки зрения, допустим, нас. С точки зрения россиян она маленькая, но в информационном потоке, что квадратный километр, что миллион квадратных километров, для них это одинаково. То есть сам поток информационный. Почему сейчас будут россияне отключать интернеты, отключать ютубы, там телеграм-каналы, чтобы эта информация не накрыла российское общество.
у Путина ломается, то все эти соловьево-скобеевские механизмы управления сознанием российского плебса, естественно, он ломает действия, то есть ломается информационным потоком. И они пытаются его просто спрятать, пытаются куда-то их загнать, допустим, в ту же Запорожскую область, и там оставить, пока на старте. Є інформація про те, що, щоправда, із російських ЗМІ, про те, що у Москві посилені заходи безпеки, зокрема у центрі, а також навколо Кремля, також була інформація про те, що на в'їзді до Москви частина шосе перегружена КАМАЗами, і там стоять силовики, і бояться проникнення українських ДРГ. Путін правильно робить, що боїться? Ну, однозначно правильно. Вопрос просто, чому він це робить зараз? То есть сейчас, скорее всего, а здесь можно связать только с уходом Байдена с предвыборной гонки. Больше ж ничего в мире не произошло. То есть сейчас сломалась определенный механизм договоренности о том, что мы не идем в сторону Москвы. То есть мы не воюем на этих 600 километров фронта. Мы с вами проговаривали. Война у нас за Оскольское получилась. Да? То есть до Оскола не воюем, за Осколом воюем. А вот это до Оскола 600 километров, это направление на Москву. И до Москвы недалеко. Там с некоторых точек нашей границы до Московской кольцевой 450 километров. С Работино до Керчи под 600. А с Сумской области до Москвы 450. Посчитайте, автомобилисты, за сколько 3-4 часа можно туда на машине доехать. Естественно, диверсионные группы теоретически могут выдвинуться в сторону Москвы, и ну, там делать, правда, нечего, так из реалии, да, уже сколько раз говорил, пивка попить и Ленина похоронить, все. Но, тем не менее, возможность такая есть, направление на Москву полностью открытое, вот россияне сейчас пытаются его перекрыть, Путин однозначно боится ДРГ, боится провокаций, боится, может быть, еще боятся остатков того же пригожинских механизмов захода. Это ж не только украинские ДРГ могут зайти, там же последователи остались. Ну, взорвал он там несколько человек, а там же не несколько человек шло. Потому и этого боится в том числе. Они сейчас будут пытаться ограничить, опять же, направление со стороны с юга, то есть южное направление. Но великие же герои всегда идут обход, а кто сказал, что нельзя объехать Москву и зайти с северного направления. То есть опять же, непуганные идиоты, они даже не представляют, как эти механизмы надо запускать, но мы им подсказывать не будем. Ви от, зокрема, згадали про залишки пригожинських ПВК. Є відео у мережах власника невеликої ПВК Паладіна Георгія Закревського. Він у цьому відеозверненні говорить, що безпілотники атакували Кремль, Чорноморський флот вибивають, населення спивається, і все це зробив так званий президент. Він критикує владу Росії за провал СВО і розвал армії. Говорить про те, що точку неповернення вже пройдено, потрібно рятувати країну, і анонсувавши новий похід на Москву. Також сьогодні спілкувалася з російським опозиціонером Геннадієм Гудковим. Він також висловив свою точку зору, каже про те, що ну от наразі це його відчуття, що у російській армії відбуваються такі процеси, що можуть армійці повернути штики в іншу сторону. Так, от, Роман Григорович, от ви якісь такі елементи чи спостерігаєте, як ви вважаєте, і чи можливий, в принципі, так, з цей м'ятеж 2? Ні, армія точно не розвернеться. Тобто, от ті, хто розказують сказки о том, що там російська армія куди-то штики розвернет, ні, однозначно, чому? Армия российская, надо врага иногда хвалить за правильные действия. Для чего? Для того, чтобы для понимания процесса. Так вот, российская армия на данный момент правильно скомплектована. Она скомплектована с людей, которые сами пришли в армию. То есть мотивированы, пусть финансово, неважно. Но там они мотивированы, то есть там есть мотивация, и там есть определенные профкомиссии, которые пропускали в армию только профпригодных. Сейчас российская армия вот уже воюет, она там третий год, можно сказать, а так реально с 2014 года уже 2011 год. Она на данный момент сформирована с профессионалов, которые пришли сами в армию. Их никто не ловил по площадям, по метро не собирал бомжей, наркоманов и так далее и тому подобное. На данный момент. Это было у них, они обожглись на этом в 2022 году. Когда пособирали наркоту, пособирали бомжей, 300 тысяч мобиков, им угробили технику просто-напросто. Сейчас они
Они сейчас выстроили нормальную с точки зрения построения армию. Почему, в принципе, она и давит нас на Восточном фронте? Это уже, ну, серьезные воинские подразделения, линейные части регулярной армии, которые собраны из профпригодных и мотивированных бойцов. Они не развернут против там, Путина, кого угодно, они не развернут штыки, потому что они изначально пришли выполнять задачи, выполнять команды тех руководителей, которые их наняли. Естественно, никто руку дающую кусать не будет. А вот частные военные компании, которые питаются не с основного бюджета, которые подпитываются с параллельных каких-то структур, эти могут однозначно развернуться и выполнить какую-то задачу, зависит даже не военную задачу, какую-то геополитическую, политическую, какую угодно. Причем эти подразделения, начиная от кадыровцев, как бы кто там к Кадырову не относился, но у него частная армия, там ЧВК практически, даже Ахмат, это тоже ЧВК. Хоть он, это сборная солянка, но тем не менее финансируется Кадыровым. Вот начиная от Кадырова и заканчивая там кучей частных военных компаний, которые финансируются олигархами российскими, у которых иногда бюджет больше, чем российский бюджет на финансирование армии. То есть вот эти могут однозначно развернуть, только они не будут разворачивать, они будут идти выполнять задачу своих хозяев, тех, кто их питает. А чтобы посмотреть, то есть экстраполировать на нашу действительность, так вот почему нам нельзя ни в коем случае подписывать, вообще поднимать тему частных военных компаний? Это изначально разрушительная сила, которая может развалить само государство, сами основы государства. Только у государства должен быть карт-бланш на применение сил. Ни в коем случае никакой частный или какой-нибудь олигарх. Вот представьте себе компанию, частную военную компанию, Левочкин компании или еще кто-нибудь там, и так далее и тому подобное. Это будет большая беда. И та же самая картина, если дальше смотреть на набор личного состава в армию, формирование профессиональной армии. У россиян она профессиональная, у нас любительская на данный момент. То есть опять у нас из-под палки загоняют в армию, этого нельзя делать ни в коем случае. Это гробит профессионализм всей армии. То есть нам надо так же самое, как россияне. Но это дело не в россиянах, это правильный подход, то есть мотивация, профпригодность. Надо разворачиваться, в конце концов, к строительству профессиональной армии, и тогда не будет никаких у нас проблем. А частники, которые могут выполнять задачу частной армии российской, которые могут выполнять задачу своих финансовых спонсоров, они однозначно могут развернуться и двинуться на Москву в крайне пуганых идиотов. Это 649 раз. Скажіть, будь ласка, призначення колишнього охоронця Дюміна куратором операції у Курській області, ну, тобто це з боку Путіна, що? Це недовіра до Герасимова, чи просто Герасимов там ставлять стратегічне завдання, це Донбас, от з вашої точки зору? Ні, тут просто правильне розведення по направленням. Діло в тому, що Герасимов на Донбасі проводить захватническую війну, в війні участвують вооруженные сили Российской Федерации. Естественно, Герасимов, как начгенштаба, руководит этими вооруженными силами. Но это вооруженные силы. А Дюмин – это ФСБ. То есть, а ФСБшники там же до сих пор, как в Советском Союзе. Там пограничники, любые пограничные конфликты решаются ФСБ. Потому что такое пограничники в Советском Союзе? Это КГБ. Роман Григорович, я прибежите, тоді б Бортніков би, напевно, за все відповідав. Не обязательно. То есть структура ФСБшная решает. А он и так отвечает. То есть тот, кто руководит сейчас ФСБ, и он же руководит любыми пограничными проблемами. Пока не включается механизм уже военных действий, и тогда он расширяется, то есть контроль над территорией расширяется уже на вооруженные силы как таковые. Но этого пока же нет, они же КТО объявили. То есть контртеррористическая операция. Кто занимается терроризмом? ФСБ. Контртеррористическая. Вот КТО, естественно, ФСБшники будут вопросы решать. Там армии, она может быть придана под управление ФСБшниками. Но еще раз повторюсь, это для россиян, с точки зрения даже их правового поля, для россиян это пограничный конфликт на данный момент, пока они
не прийняли другого рішення. Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, росіяни заради захоплення Покровська жертвуватимуть іншими напрямками на Донбасі? Ні, однозначно ні. У них одна із основних задач – вийти на Покровськ. Чому? Бо що вони вважають Покровськ основною базою перерозподілення воєнних потоків, логістики, ну і так далі, і тому подобне. Для них це дуже важливо, і вихід на Покровськ дає їм можливість контролю, во-первых, групіровок южних, той же Кураховской, Карловской, того же Угледара и контроль Временского выступа как такового. Это если на юге и на востоке. Но если на север, это Доброполе и общее направление на Константиновку, на Дружковку и Часовьяр в том числе, и Краматорск со Славянском, то есть уже через Доброполе. Потому однозначно они могут пожертвовать другими направлениями, там, Часовьярским, Торецким направлением, но от Покровска они точно не откажутся, потому что там решение вопроса южного. У россиян большая проблема сейчас в Угледарске, наш плацдарм. С Угледара можно до сих пор на данный момент двинуться, вот как мы двинулись в сторону Курска, а также само можно двинуться в сторону Мариуполя, на Волноваху, с Волновахи на Тельмана, на Новоазовск, то есть там 80 километров до Азовского моря. Причем там не такие большие сооружения, как в районе Токмака. То есть оборонные, по крайней мере. И нам удобно двигаться сверху вниз, то есть с Угледара вниз спускаться к сторону моря, нам намного удобнее. Для них они прекрасно понимают эту свою проблему расположения фронта, потому они будут бить в тыл угледарской группировки. А вот выход на Покровск – это как раз удар в тыл угледарской группировки. Чи можна говорити про те, що Курська операція була краще організована, ніж літній контрнаступ 2023 року, чи взагалі не можна тут проводити паралелі? Ну, тут різні об'єми, тобто тут різні задачі, во-первых, стоять, і різні сили, средства, приданные для виконання цих задач. Різниця где-то ну, на порядок, разу в 10, якщо так, соотношение сил, средств брати. И задач в том числе, кстати. Задача стояла в прошлом году перерезать сухопутный коридор, преодолеть 5 линий обороны, 5 линий закопанных линий Суровикина. То есть это сложнейшая задача, ее можно было выполнить. Сейчас мы можем это говорить только с помощью авиации и дальних средств поражения. Авиации нам вообще не дали, а ракет дали только под конец этой операции, так сказать. Уже кто и как там все это дело производил, придумывал, принимал решения. Это уже, думаю, уже потом, после войны, будем разбираться. Но реально, то есть, эта операция, она была довольно-таки мощная. И мощная имеется по подготовке, по количеству сил, средств выделенных и по невозможности, я бы так сказал, по невозможности ее выполнения из-за отсутствия дальних средств поражения. А операция Курская, она другая, она на порядок легче. Она на порядок с меньшими усилиями, и она практически зашла как нож в масло. Там не было вообще ни одной линии как таковой. Ну, давайте 650-й раз скажу. Направление на Москву – это край непуганных идиотов. Если посмотреть на линию фронта, вот посмотрите, логики вообще нет абсолютно. Вот стоит украинская армия посередине, да, и вот если смотреть там в районе Харькова, стоит украинская армия. На север, на Москву, на юг в обратную сторону, это в сторону Азовского побережья. Вся российская армия находится как раз на юг, абсолютно не прикрывая направление на столицу. Вот такой ситуации вот представить вообще невозможно. Любой военный, если когда ее увидит, он просто не поймет, а что произошло. То есть здесь такие договоренности есть, такие железобетонные какие-то, с таким участием таких китов, ну, чтобы вот создать такую ситуацию, когда армия, получается, армия противника стоит перед столицей, а армия, которая должна защищать столицу, стоит в спине у армии противника. Ну, это нонсенс, просто ну, вот никакие ворота не лезет. Сейчас начинаем только разворачивать линию фронта, и я думаю, мы ее развернем. Нам надо создавать линию фронта в сторону Москвы, на север. Подіями на Курщині Україна вкотре розвінчала міф про непереможність Путіна? Ну, я думаю, этого міфа-то і не було. Їм пользовались, опять, не як міф, тому що для того, щоб щось, знаєте, як говорять, щоб продати щось ненужне, треба купити щось ненужне, а у нас гроші.
Так вот и здесь так же само с этим мифом. Чтобы его развенчивать, он должен быть, а нет предпосылок для его вообще, для его появления как такового. Да? То есть были бы у Путина какие-то там победы великие или еще что. У него же вообще ничего. Он гол как сокол. То есть налепили какую-то информационную шелуху, которую и мифом нельзя назвать. Но ею пользовались для чего? Для того, чтобы прикрыть вот эти договоренности, о которых я вам сейчас только сейчас сказал. То есть о невозможности таких действий. Они только возможны, если есть какие-то договоренности, а для того, чтобы их прикрыть, ну, рассказали сказку о мифе Путина. То есть не только миф Путина разбивается, да, даже не разбивается. Самого мифа не существует. Это миф о мифе, я бы вот так сказал.